Враг номер один. Американский госсекретарь Рекс Тиллерсон считает, что в будущем Северная Корея сможет нанести ядерный удар по территории США. Он призывает изолировать Пхеньян и требует новых санкций. И не исключает военного решения. Все эти заявления прозвучали в ходе сегодняшнего заседания Совбеза ООН. Глава американской дипломатии считает, что все усилия по обузданию режима Ким Чен Ына терпят неудачу. Он призвал мир сократить, либо вообще прекратить дипломатические отношения с Северной Кореей, огласил, что Вашингтон готовит новые санкции против всех, кто финансово поддерживает КНДР, и открыто предупредил, что при необходимости вслед за дипломатическими вариантами решения и финансовому давлению будут применены военные меры.